Кенни? Да, сэр. Беги! Вулкана. А ты просишь помочь тебе с исследованием? Если тебя это успокоит, я награждаю от тебя улучшением до пусковой установки моего собственного изобретения. Справедливо. Жарочка, well done. У меня тут скорпы. Убил скорпов. Эй, я тоже. Убийцы скорпов. Делалось чизбургера. Thank you.
постигла участь маленьких. О, я еще не видела больших. Это разве плохо? Но ведь мы убийцы скорпов. Что горит в два раза ярче, умирает. В два раза быстрее. Сэр, перефразируйте Лао Ци, это глубоко. Мои фразочки мега глубокие. Парни, бегите к машине сейчас же. Но я же хотел устроить барбекю. Зажигаю! О, понятно. Кому светлое мясо, кому темное? Стоп, оно уже все темное.
ну где ты там? Бегу, сэр! Ладно! Черт, женщина, я опять думаю о еде! Профессор Гизель, ваш заказ пришельцев во фритюре готов. Что? Я не заказ? О, я понял. Смешно. Реально? Найн, ваш непонятный юмор одной ногой за гранью к бреду. Но ваша награда ждет вас в штабе. Я бы обиделся, но награда все исправит.
обстановка? Еще бегу! Все разваливается! Пришлось идти в обход! Кенни, ты как? Я застрял, сэр. Не вылезти. Помогите, пожалуйста. Держись, пацан. Сэр, я здесь, сэр. Что у тебя случилось? Я застрял под статуей Урана. У тебя рана от... Может, не будем? Ты прав, я могу лучше. Спасибо, пацан. Ладно, давай, валим. Сможешь идти? Кстати, в ситуациях типа таких идеально подходят фразочки на тему огня. Давай, пробуй. А если у меня не выйдет? Вы вспыхнете от ярости? Нет, конечно не... А-а-а, я понял, неплохо. Так будет, да?
наконец-то! Кажется, машина уже плавится. Так приятно, когда у меня есть оружие, да? Ай-яй-яй! Мы покончили со всеми, я надеюсь. О, нет! Это одна из пресловутых ведьм невест Модыки Ахримана! Ура! Вот не рыпайся! Она делась. Кенни, фразочку? Абракадабра, леди! Видишь, пацан, ты схватываешь. Ха, видимо, схватываю. Залезайте, тут скоро настанет ад. Джонс? Он погиб. Валим или присоединимся к нему?